Звезда фильмов «Викинг», «Я худею», «Про любовь» стала амбассадором швейцарской часовой марки Tag Heuer. Как отметили представители марки, дерзкий образ актрисы близок к авангардному духу бренда и отвечает его стремлению открывать новые таланты. Выбирая самые разные роли, актриса на своем личном примере доказывает, что все достижимо. «Для меня большая честь стать частью бренда с такой богатой историей. Как актриса и публичная личность, я регулярно сталкиваюсь с трудностями на съемочной площадке и в жизни, но я научилась и каждый день продолжаю учиться справляться с ними, поэтому мне очень близок слоган бренда «Решетка не сдаваться под натиском», — сказала Александра.